Hellfire'ами, конечно, трудновато вести в тур, потому что у него баллистика вообще не такая. Не по прямой они летят, а по баллистике, и зачастую не попадают туда, даже куда ты введешь. Но поскольку они то ли сбоку попадают, то ли сверху просто хреначат, такой проблемы, как на вихрях, нету. А, ну, вихрь, ну, советские птуры, которые летят по прямой. Если будешь вести, то вообще супер. Вообще супер. Все прям чики-пуки будет. Куда надо Абрамсом выстрелить? Понятно, в крышу и в корму башни. Понятное же дело. Вот куда танком стреляете по врагу, туда и вертолетом пытаетесь попасть. О, да ладно. А я не понял, а где он был? Неужели сверху на мосту стоит? Блин. Ух ты. Ты на него посмотри, а? Блин, зря. Вот тут прям по курсу танчик. Выстрел. Сейчас одним глазком посмотрим, куда он смотрит. Ну давай, без казенки. Не, пока он очухается, я вас двоих заберу, ребят. Троих, точнее. А точнее, троих. Ну я ж не виноват, что у тебя долбоящеры в команде. Ну, сразу троих. Бац, бац. Овербац называется. Тут все, тут больше делать нечего. Вау! Ва-а-а-ау! А, это та обиженка резнулась. Не, давай на F5C, что-то охота выстрелить булпапами. Овербац. Одобряешь? Нормально. Быстро сдох. Честно, быстро сдох. Не планировал настолько быстро. Но сейчас, если... Блин, помните тот бой на стриме, когда... Ну вот, это самолет, короче, 9,7, а у меня 10,3. Это 9,7 меня обогнал, а я 10,3. Представляете, как мне хреново на 11,0? Жизнь, боль. Где этот овербацнутый? Давайте его мне. Ё, мы суш... Ох, вот это, ребята, вот тут все. Что? То есть как это я не пробил этого первого? Фига себе. Новости. Там еще и самолетик есть. Но он на сверхзвуке. А они Б берут. Не-не-не-не-не-не-не. Стопэ, 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 ребята, стопэ. Радиофугасами по мне хреначат. Не-не-не-не-не. Погоди.
Но видели, какие глюки? Я чуть было не спутал их с вертушками. Видали, что за глюки в воздухе? Итак, а не, вот вертолет есть еще и. Я все правильно вижу. Ах, ты ж хрен долбаный. Попадание просто. Ладно, я сейчас тоже вертолет возьму тогда. Эти шведы меня доконают в этом бою. Овербойник, да. Ну, два фрага это не вылет, это позорище какое-то. Так, Ми-28 сняли, сейчас будет овербойник. Не, ну он мне не страшен, давай. У меня сейчас главное этих шведов отхреначить на точке, а? Который за камнем стоит. Ух ты! Ух ты и ах ты! Ты посмотри на них. Ой, красавец. Ой, прям красавец. Вот сюда. Я не знаю, вот сюда попадет или нет. Да, прям туда и попал, видишь? О, зениточ. А, не, я так не дамся тебе. Чпоньк, и нету зениточа. А этот опасен, очень опасен. О-о-о-о. Вот сюда. Все. А теперь вот хорошо. Блин, я что, горю, что ли? По-моему, ребят, я горю. Да, я горю. Капец. Это что, бегля меня сбила, что ли? О-о-о. Трындец. Так, ну, а на чем сейчас? Давайте еще раз на вертолете или не стоит? Да не, не стоит. М1 Абрамс. Каскадом? Скажу, потому что ну, ты тоже правильно говоришь. Смотри, когда цели рядом, да, каскадом. Надо каскадом, да. Но поскольку я могу очень быстро и сильно отвлечься на какую-то другую цель, например, на самолет. Считай, все мои хеллфайеры пропали, те, которые в данный момент в воздухе. Я такой полуювелир. Стреляю по одному, должен забрать по одному, все. Фокер забрали. Ну что, десяточку не набьем, что ли? Меня прям нормально хреначит наших. Бац, бац, овербац. Где эта цель скрылась? Она тут. Все, СТРВшка отфигачила его. Привет. Тут еще кто-то есть. Типа вот этой вот фигни. Вон там.
меня вот тут стоит воздух, блин, фармит. Воздух портит, я бы сказал. Они меня доконают, эти шведы, честное слово. Наводчик только снят. По-моему, у него случился War Thunder. Потому что он четко в меня стрелял. А этот парень должен был забрать меня. У бедолаги случился War Thunder. Вот тут он. Эй, блин, не успел. Блин, на полсекунды не успел. Ну, 11 фрагов тоже нормально. Не ахти что, но нормально. И крайний бой на советах. Вечерний стрим прям по боевке превосходит дневной стрим. Ну и команда не подводит. И команда не подводит. Подводит, смотри, 8 фрагов человек набил. 6 фрагов, 7 фрагов. Ну красавчики. Ну просто... Но когда меня оставляют... Блин, не на этих ребятах я хотел. Но когда меня оставляют... сразу после начала боя в одиночку против целой команды. На смешную только поставь.